Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами Электрик и Жил. И сегодня, ребята, я бы хотел вам показать свою рабочую, ребята, табуреточку. Я использую вместо стремяночки, ребят, она очень удобная и очень классная, ребята. Посмотрите, такого серого цвета, да. Фишка ее в том, что она складная, да, раскладывается и складывается. Очень удобненько, ребята. Тут вот есть такая ручка для ее переносочки. Ей, наверное, уже года два, ребята, я ее и терял, да, и где только не оставлял, и потом ее все равно находил. Наверное, потому что она была в таком складном виде, да, и неприметная такая, вот просто кусок какого-то пластика, ребята, видимо, никто не забирал. И в подвале я ее оставлял, и в щитовых разных ВРУшечках, ребята, и просто на улице возле мусорки выкидывал там мусор с машины, вот, и случайно там оставлял на возле мусорки, ребята, и никто ее не забирал, блин. Очень прикольно, очень классненько. Стоила она когда-то 700 рублей. Не знаю, сейчас продаются они или нет. Ну, наверное, продаются, можно поискать в каких-нибудь хозяйственных магазинах, ребята. Такого вот серого цвета пластик. Очень жесткий, очень тяжелый, ребята. Очень мощный и очень надежный. Я вешу почти 90 килограмм, и, ребят, надо мной она никак и не ломается. Вот. Еще бывает в два раза короче. Примерно повсюду, да. Тоже такая низенькая, она очень удобненькая. Если я где-нибудь найду, то обязательно куплю еще второй вариант. Вот, ребята, который низенький, короткий стульчик, табуретка такая раскладная, прикольная штучка. Вот, ребят, и когда я был без машин, да, на ремонте, то есть я ложил его в рюкзак вот так, чик, инструмент ложил, и очень удобненько двигался там на автобусе, да, в метро там и так далее. Вау, ребята. И смотреть, как она складывается и раскладывается. Хоп. И все, ребята. Табурет готов. Пластик тут очень толстый, ребята. Наверное, с мизинец. Вот. И вот эти все шарниры, да, двигающиеся. Очень крепкие. Повторяюсь, я, наверное, килограмм 90 вешу, ребята. И он никак не ломается. Прикольный такой табурет. Вот, ребята, сейчас я встану. Обычно я в подъездах лампочки кручу с ним. Все, ребята. И ничего не ломается, не трещит. Очень удобненько. Вау, если будет возможность, где-то вы там увидите, да, покупайте, ребята. Ну, еще бывают такие хреновенькие с тоненьким пластиком. Я тоже видел такие хлипенькие. То есть ищите, чтобы он был прямо тяжеленький. Он, наверное, килограмма 3 весит. Но зато, ребята, очень удобно. Складывается по быстричку. Воу. Кому-то на огород, на рыбалку можно, ребята, брать, на шашлыки. Такой вот обзорчик по быстричку от Электрика и Жил. А если вам понравилось, то обязательно подписывайтесь, ставь лайк. Всем пока-пока.